В оккупированном Красном Луче бастуют шахтеры. Горняки шахты Краснолучская в Луганской области отказываются выходить на работу и предлагают поступить также работникам других предприятий. Об этом сообщает «Информатор». Шахтеры требуют объяснений от мэра Красного Луча, почему они не получили деньги после отправки угля. Самозваное руководство города встретилось с рабочими, но ответить на вопросы не смогло. Чиновники-сепаратисты теперь ссылаются на задержание так называемого министра топлива Лямина, который украл 88% всего угля из псевдореспублики. Мэр-самозванец попросил подождать до субботы. Напомним, так называемое руководство сказало шахтерам, что зарплату они получат только после успешной продажи партии угля. Его продали успешно, но денег люди не увидели.